21 тысячу цветов, растений и кустарников задействовали на областном фестивале. Каждый год его посвящают новой тематике и проводят в разных городах Подмосковья. В этот раз мероприятие проходило в Истре, а его темой стало творчество классика русской литературы Антона Павловича Чехова. Ленинский район на конкурсе представили сотрудники предприятия «Дорсервис». На создание проекта у ландшафтных архитекторов и дизайнеров ушло 2 дня. Самое это основное было и проблематичное — выстроить сцену, потому что она должна была быть устойчивой. Вот. Выстроили сцену, ну и дальше уже все как по маслу. Буквально за 2-й день, считайте, мы все посадили, газон настелили, ну и как-то выставили фигуры, чтобы был именно такой простор для фантазии, и в то же время не забывать о главных именно вещах в творчестве Чехова. То есть у нас обязательно стояла такая была сцена, где человек мог почувствовать себя не только актером, но и в то же время побывать и за кулисами. И на сцене стояло зеркало, где была надпись «Берегите в себе человека». Это такой основной призыв в творчестве Чехова. Данная композиция – это не просто выставочный сад, а пространство, с которым человек может взаимодействовать, утверждает молодой специалист Нина Елисеева. Девушка не так давно окончила факультет ландшафтной архитектуры в Российском университете дружбы народов. Теперь полученные знания, свои идеи воплощает в жизнь и делает это успешно, но, конечно, не без помощи коллег. В этом году цветочная композиция Ленинского района в одной из номинаций заняла 2-е почетное место. Для меня, как для ландшафтного архитектора, это очень значимо. Это моя первая такая серьезная победа, да и для моего любимого города, точнее для всего Ленинского района, я думаю, тоже многое значит. У нас была номинация «Цветник с элементом вертикального озеленения». Чувствовалась конкуренция, конкуренты были достойные, но мы рады, что мы заняли наше 2-е место и в будущем будем стремиться к 1-му. Именно на таких фестивалях зарождаются творческие идеи, которые позже находят свое воплощение на улицах, в парках и скверах областных городов и поселков. Конкурсные цветочные композиции не будут разобраны, а останутся в Истре, которая получила новый красивый парк. Будет постоянный уход, будет постоянный полив, обрезка. То есть это потому что много многолетних растений, также есть однолетние. С каждым годом фестиваль набирает популярность у жителей Подмосковья. За несколько дней работы его посетило более 30 тысяч человек. Ирина Бокова, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.